Издание Flight Global опубликовало новый справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022. В новом выпуске от Flight Global представлены данные о типах и количестве авиационной техники в составе армий стран мира. В целом сейчас боевой воздушный флот мира насчитывает более 50 тысяч самолетов и вертолетов, конкретно 53 271 единица, что на 292 образца, или 0,6% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. В справочнике также приведены данные о боевом составе воздушных сил ВСУ, армейской авиации и воздушных средств морской авиации. Так, по данным Flight Global, боевой состав истребительной и фронтовой авиации ВВС Украины насчитывает 26 Су-27, 43 МиГ-29, 12 Су-24, 17 Су-25. Также в составе есть учебно-боевые самолеты, а именно 47 Л-39, 6 Су-27, 8 МиГ-29. По транспортной авиации ВВС данные следующие: 22 Ан-24 и Ан-26, 1 Ан-70, 7 Ил-76, 3 Ан-178 заказанные находятся в постройке на разной стадии готовности. Кроме этого, воздушные силы Украины имеют в своем составе 15 боевых вертолетов Ми-8 и 3 самолета Ан-30 в качестве воздушных разведчиков. По армейской авиации ВСУ данные следующие: боевые вертолеты 34 Ми-24, 54 Ми-8. Также в наличии 10 вертолетов Ми-2. Морская авиация Украины, по данным Flight Global, имеет в своем составе 2 противолодочных самолета амфибии Б-12, 2 транспортных Ан-26, а также вертолеты 4 Ми-14, 4 К-27 и 1 К-226. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.